Исполнитель Николай Анисимов, который был совсем недавно рядом со мной, однажды слетал со Светланой Капаниной вот на такой вот головокружительный пилотаж и под впечатлением сочинил настоящий рок-н-ролл, который посвятил ей. Давайте понаблюдаем под эту прекрасную музыку за выступлением прекрасной, очаровательной белокурой спортсменки, скорее всего, комсомолки, в конце концов, просто красавицы, Светланы Капаниной. Перед Светланой Капаниной, но пара Су-37, если вы видите, они сейчас синхронно поприветствуют вас каруселью на взлетно-посадочной полосе. Смотрим и туда, и туда. Пытаемся увидеть все, что можно на эталоне «Макс». Светлана Владимировна Капанина передает вам привет из этого неба. Давайте вот так резюме с крестами. Сегодня хочу поблагодарить всех организаторов.
Бородова Светлана. Смотрим, аплодируем. Конечно, способны вытворять просто в небе только, наверное, Светлана Капанина. Действительно, дорогие друзья, это безумно интересно, как можно крутить такие виражи в небе, еще при этом совершенно хладнокровно рассказывать и приглашать всех на авиасалон «Макс» в 2023 году. Ну, по крайней мере, теперь у каждого из вас есть приглашение лично от Капаниной, так что в 2023 году добро пожаловать. Приходите и говорите, нас приглашала сама Светлана Владимировна, которая продолжает свой головокружительный пилотаж в небе на самолете «Экстра 330». Зависает в небе! Закончился дым или нет? Нам и так все очень нравится. Это действительно завораживает, дорогие друзья. Светлана Капанина потихоньку заканчивает свое головокружительное выступление. Приготовьтесь к бурным аплодисментам. Вход на посадку с кренчиком, чтобы посмотреть на ваши руки и на ваши аплодисменты. Заруливание на стоянку и присоединиться она, дорогие друзья, уже в качестве зрителя к вам здесь, на авиасалоне.